В минувшую субботу на горе Мохнатой состоялся традиционный фестиваль воздушных змеев. Родители, дети, бабушки, дедушки и внуки приехали на праздник, чтобы насладиться хорошей погодой, степными просторами и, конечно же, запустить в небо ярких и необычных змеев. Летучие товарищи участников мероприятия, как всегда, поразили своей креативностью и способностью подниматься на десятки метров ввысь. Победители фестиваля определяли по номинациям. Все участники праздника зарядились веселым настроением и отлично провели время на свежем воздухе в кругу семьи.